Здравствуйте, уважаемые евреи. Ой, бляха-муха, православные. С вами продолжение. Продолжаем, как это высказаться, цикл передач о сельском хозяйстве Израиля. Цикл называется «Сельский час». Сейчас я вам хочу показать оранжерею кибуца Игур. Здесь евреи помешаны на цветах и прочее. Хочу показать вам, как здесь все красиво, сколько покупается цветов, прочее. Сами оцените всю красоту этого оранжереи. В общем, смотрите. Будут какие-то у меня, может, комментарии с моей стороны. Так что смотрите, уважаемые. Вот это искусственные газоны. Травка искусственная. Горшочки здесь всякие. На любой вкус. В России такого вы не увидите. Вот. Горшочки для приусадебных участков, если надо. Как говорится. А вот парковые скульптуры, где можно, ну, во дворе поставить, когда, если у меня есть двор. Гномиков всяких здесь на любой момент. Монетку есть. И мухоморы, и это. Как вам это нравится? Во, целая куча мухоморов. 24 шекеля стоит мухомор. Куча гномиков. Вот это оранжерея. Все продается, все покупается. Правда, народу маловато, обычно народу здесь как грязи. Вот, лимоны продаются. Вот, видите, уже привитые, еще, пожалуйста. Сколько? Вот это деревце, вот, самое первое, 78 шекелей, на наши рубли 780 рублей. Моя многоуважаемая Леона Витольевна звонит. Оле. А я иду, я снимаю пока. Иду. Да, конечно, да, конечно. Конечно, да. Давайте. Вот это грейпфрукты, похоже, здесь грейпфрукты один сорт, порой или мандарины, апельсины, вот здесь все это показано, вот они, всякая ботва, а это кумкваты, вот. Это лимон уже здесь, видите,
Лимон сколько? 78 шекелей стоит. О, лимон, пожалуйста. Вот апельсин вам. Вон апельсиновое дерево уже тоже в горшке стоит. Ну что вам еще показать здесь? Ну там еще какие-то деревья продают. В общем, здесь, ну сами понимаете, Африка, она есть Африка. Круглый год лето, зимы не бывает. Ой, вот мента пахали тапочком. Вот он рай-то где. А мы не осознаем, живя здесь, в этом Израиле. Как говорится, стал я евреем, хотя в родне одни антисемиты. Ротмента пахали тапочком. Я здесь недавно высказал, что я православный, а не еврей. Мне сказали, ну да. Еврей крещенный, это все равно, что вор крещенный. Так что смотрите дальше. Цветочки, цены. А вот покажу вам маленький бассейн, где рыбки плавают. Шанатова. Это с Новым годом здесь поздравляют. Сегодня Новый год у нас в Израиле. Вот видите, какая новогодний день какой. Рыбки плавают в пруду. Прикольно. Новый год. Нельзя снимать? Они МДБ русит, они любят МДБ евреи. Друзья, вы уж извините меня, здесь прервали маленько. Объяснили, что она, видите ли, домой хочет. Магазин закрылся этот. А я здесь дурилка картонная стою и что-то снимаю. Так что вот это продолжение. Здесь цветы, цветы, цветы. В общем, ну, как обычно. Цветочный магазин вам. Вот видите, как все красиво. Там еще внутри есть. Это я здесь так хожу. Я думаю, что на меня все толкает, как будто фуфло. Она, кажется, домой захотела, бедолага. Ну вот. Вот так и изъясняюсь с этими ивритоговорящими. Видите? Плохо не знать язык в стране, в которой живешь. Что ты говоришь? Они лё мывин. Или они мадабыр русит. Всего. Ну, еще там кое-чего знаю. Ну, ладно, с уважением к вам. Всегда преданный вам Сергей Анатольевич. Бай-бай. Чмоки-чмоки. Шалом. Шалом. Хе, вот здесь, вот здесь работает, в этом, как она? Да, это моя жена. Прошу любить и жаловать. И работает она в оранжерее сейчас. Да, в оранжерее, вот она, вот она снимает. Ну, то есть не снимаю-то я, а она работает здесь. Снимает в кабинет. Да, это в кабинете. Так что цветочки, фуфу моё и прочее, прочее. Кофе хочешь? Так, вот здесь же у них и кухонка такая маленькая, приватизирована. В общем, жизнь, что хочу. Вот униформа у нее. Своя, как говорится. Так что прошу любить и жаловать мою жену. Хоть увидите раз. А то только видите меня, мою рожу и прочее. Она уже надоела вам, наверное. Вот так вот, видите, красивая женщина.
Ага. Посмотри, сколько у нас в холодильнике продуктов. Да. Можно покушать на завтрак или на обед. Вот это они так, бедные евреи завтракают. Да. Завтракают, завтракают. Кушаем, обедаем. Они все голодают, голодают все. Вот мороженое. А хлеб хранится в холодильнике. Хлеб, ну что скажешь, бедные евреи голодают, не доедают все. Поэтому все выкидывают на помойку от того, что не доедают, ну, не доедят. Приезжайте к нам в гости. Да, будете проездом, заезжайте к нам в гости. Любые услуги за ваши деньги, секс не предлагать. Ты что-то уже разошелся? Да, мы любим время вас. Время 3 часа, посмотри, пора домой. Да, рабочий день закончился. Бай-бай. Чмоки-чмоки еще раз.